частью работы нашего осмотра самолета считается осмотр двигателя. Воздухозаборник, лопатки, то есть смотрим вмятины, побоины, бывают птички залетают очень часто, особенно летом. То есть попадание посторонних предметов, трещинки, все должно быть записано, зафиксировано в борт-журнале. Основное летом это птички, то есть и совы залетают, и воробушки, там, и другие пташки. То есть это уже серьезное повреждение бывает до замены двигателя. То есть можно самолет остановить и менять двигатель или лопатки. Кроме осмотра двигателя, проверить работу всех систем, проконтролировать процесс заправки, подключение электропитания, открыть люки багажника, затем обратная операция. И обязательно еще раз внешний осмотр. На все про все у Сергея полчаса. Потом самолет уходит, летчики берут его на себя. За одну рабочую смену это 12 часов, минимум 24 самолета. В таком графике Сергей работает уже 22 года. Ночью особенно большой наплыв самолетов, особенно концентрация в 3 часа, там с 3 до 6. Очень много прибывает и очень много отправляется. То есть сейчас мы видим это маленькая часть, тут даже как бы это не на что посмотреть. А вот когда вот все они вместе, все гудит, все шевелится, все крутится. Но даже при шуме от 3 самолетов разобрать, что говорит Сергей, практически невозможно. А вот специалисты понимают друг друга без слов. Кстати, чтобы встретить и проводить один самолет, на аэродром выходят десятки людей. Среди них и техник Сергей. Я, получается, последний между наземным и летным составом, кто провожает самолет. До прибытия следующего самолета осталось около получаса. Есть время немного отдохнуть.